По предварительным данным, 28 февраля 2024 года, 8 часов 20 минут, около дома 31 по улице Шатурская и поселка Василькова Гурьевского района, со стороны города Гурьевска в направлении города Калининграда, двигался автомобиль марки Renault под управлением 53-летнего водителя, который на перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем марки Volkswagen под управлением 31-летнего водителя, осуществляющего поворот налево. В результате ДТП водитель и 52-летний пассажир автомобиля марки Renault получили телесные повреждения. Госавтоинспекция Калининградской области напоминает, что дорога требует постоянной концентрации и внимания. Не допускайте при движении поспешных и необдуманных решений. Согласно пункту 6.2 правил дорожного движения, желтый сигнал светофора является запрещающим сигналом светофора. Проезд на запрещающий сигнал светофора влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей по части 1 статьи 12.12 Кодекса об административных правонарушениях. Повторное совершение данного нарушения влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.